Today it's all gonna change. Today you turn a whole new page. And if it all falls down, be strong, stand up. 'Cause you can cross any ocean, climb any mountain. And if you ask me, I'll always say, I know you can reach the top. It might take time, but don't you stop. Just believe in what you've got. Everything is going your way. Today is your day. Я здесь нахожусь всего несколько часов, и мне уже очень успел понравиться этот город. Причем, неважно, хорошая погода, плохая, вам в любом случае понравится, ну, мне кажется, что вам понравится этот городок. Почему? Пункт первый. Он небольшой, 200 тысяч, население чуть меньше 200 тысяч, очень компактный. Момент первый. Когда вы въезжаете сюда, просто вбиваете в Рыбинск без достопримечательностей, ни какой-то определенной точки, он вас приводит прямо в центр, сразу же к главному рыбинскому храму. И значит, въезжаете вы в центр Рыбинска, и вас встречает Спасо-Преображенский храм. И вы такие, вау! А почему вы такие, вау? А потому что, во-первых, храм сам по себе очень крутой. Строился он около 200 лет назад. Построен он в стиле классицизма с элементами барокко. И его колокольня является одной из самых высоких в России. 93 метра. И, естественно, вы как бы, ну, не читали предварительно о Рыбинске и мало что о нем знаете. То вы такие, ничего себе, куда я попал? И вы такие, ну ладно, ладно, может, как бы колокольня, там храм, ну круто, но вы выезжаете дальше в город, на его улочки, и вы такие, еще больше, вау, потому что все улицы выполнены в таком стиле, знаете, начала 20 века, вывески, домики, и все аккуратное и такое прикольное, фотогеничное. Вот оденьтесь, как одевались в дореволюционной России, и приезжайте сюда, чтобы пофотографироваться. Это пункт второй был. Следующий момент. Набережная. Здесь в городе идет Волга. И Волга, значит, выходит из Рыбинского водохранилища и идет прямиком в Ярославль. Вы можете, реально, вы можете сплавиться на лодке из Рыбинска до Ярославля. И через Волгу здесь в Рыбинске идет мост, тоже очень прикольный, стильный и фотогеничный. Сам Рыбинск – это город в центре европейской части России. Это второй по значению город Ярославской области, и проживает здесь около 200 тысяч человек. По-видимому, Рыбинск – одно из древнейших славянских поселений вдоль реки Волги. Упоминается он в летописях 1071 года. В течение 5 последующих веков упоминается попеременно с этим названием или с названием Рыбанск. В то время как от 1504 года начинается называться также Рыбная Слобода, потому что деревня имела определенное значение в деле рыбалки. Не просто так же город имеет такое название. В 17 веке Рыбинск, или вернее Рыбная Слобода, был весьма значительным торговым центром. В течение следующего века царица Екатерина Великая обеспечила ей, Рыбной Слободе, статус города и изменила название на Рыбинск. В это время речной порт Рыбинска использовался для перевалки грузов больших судов. Здесь на набережной есть памятник бурлаку. И не просто так, ведь некогда Рыбинск был столицей бурлаков. Помните, бурлаки на Волге? Волга некогда была важнейшим транспортным узлом. И здесь, в Рыбинске, было некогда огромное количество бурлаков. Памятник им отдана дань, скажем, бурлакам, которые здесь занимались тяжелейшим трудом. И, кстати говоря, о бурлаках хочется также обратиться и к картине Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Картина как бы сама называется «Бурлаки на Волге». Но изначально Репин задумал эту картину, когда он увидел бурлаков на Неве, а не на Волге. Но первые наброски картины, они были раскритикованы. На Репина, конечно же, бурлаки
произвели очень сильное впечатление. Но у него тогда не было денег. Ему помогли, собрали деньги на поездку в... Куда? На Волгу, собственно говоря. На картине как раз и изображены бурлаки в лохмотьях, запряженные в эти стропы, или как их правильно называются, запряженные туда вместо скота. И как бы эмоции сильные. Здесь, собственно говоря, памятник он тоже передает вот всю тяжесть того труда. Но, тем не менее, это были тогда современные реалии. Ну, конечно, как в любом другом городе, в Рыбинске тоже не обходится без полуразрушенных зданий. Что-то заброшенное, что-то в полузаброшенном состоянии. И очень много прикольных двориков. Мне почему-то дворики здесь напоминают одесские. Они, конечно, не одесские, но вот что-то есть в них такое. Если вы выбрались в Рыбинск, я вам определенно советую посетить и город Мышкин. Это очень небольшой город с населением около 5000 человек. От Рыбинска он находится всего в часе езды, но он тоже такой очень миленький, своеобразный и небольшой. Есть одна особенность. Он стоит также на Волге. Значит, от Рыбинска, если ехать, то вы, в принципе, будете ехать вдоль Волги, вдоль ее притоков, оттоков. Есть маленькая особенность. Попасть сюда можно на пароме. Есть, конечно, по навигатору дороги, маршруты, когда вы можете объехать все это дело, но вы можете воспользоваться этой фишкой. Немножко кажется вариант, когда добираешься в город на пароме через реку, ну, что-то особенное, необычное. Там буквально в 500 метрах от меня находится паромная переправа. И стоят в рядочек машины. Здесь у меня я нахожусь с одной стороны реки, с одного берега, а Мышкин находится по левому берегу Волги. Собственно говоря, вот он. То есть при желании можно даже взять летом с собой лодку и постараться штурмовать город самостоятельно, без всяких паромов и автомобилей. Когда вы едете из Рыбинска сюда, в сторону Мышкина, разогнаться у вас не получится. Потому что идут просто деревня за деревней. Деревня, выезжаешь из деревни, через 100 метров начинается опять деревня. И на вот расстоянии там 60 километрах каких-то вы преодолеваете, ну, мне кажется, штук 30 различных деревень. Поэтому скорость небольшая, но как бы есть свой прикол. Небольшой городок Мышкин находится всего в часе езды от Рыбинска. Естественно, первое, что приходит на ум, когда мы слышим название Мышкин, откуда, блин, взялось такое название? Существует легенда, что когда князь Мстиславский решил поспать на одном из берегов Волги, его разбудила мышь, пробегающая по его лицу. Сначала князь разозлился, но потом понял, что таким образом мышка спасла его от укуса змеи, которая была рядом. Несмотря на то, что в городке проживает всего около 5500 людей, город является одним из наиболее туристических. Здесь есть и музей, и храмы. Естественно, есть и музей, посвященный мышам. Сами экспонаты представляют собой фигурки мелких грызунов, изображающие представителей различных профессий, социальных слоев и героев мультфильмов. Если вы соберетесь сюда приехать, хочу обратить ваше внимание, что вы сможете остаться в гостиницах с характерными названиями «Мышк-ин» и «Кошкин дом». Ну и, конечно же, про символику города Мышкин. Естественно, символом, ну, не слон, да, будет, а, конечно же, мышь. И в городе можно купить и сувенирчики, и вот где паромные переправы, тоже есть такие магазинчики. Конечно, это не супермаркеты какие-то, это местные такие лавки, ларечки. Плюс, естественно, Волга, естественно, рыба, рыбалка, и также можно затариться всякого рода рыбой здесь. Если вам повезет, то здесь есть пристань, где останавливаются круизные лайнеры. Да, круизные лайнеры у нас ходят по Волге, и из той же самой Москвы идут по Волге и могут проходить и здесь мимо Мышкина останавливаться. И что? И если вам повезет, то вы можете увидеть здесь лайнер.
вот для того, чтобы посмотреть Углич быстренько и увидеть все основные места, мы с вами возьмем велосипед. В 75 километрах от Рыбинска находится Углич. Древний город России, основанный на берегу Волги. Город славится своей гидроэлектростанцией, ведь именно благодаря Угличу Москва была обеспечена электричеством во время Великой Отечественной войны. Углич, несомненно, интересен своей историей. Здесь был убит последний царь Рюриковичей Дмитрий. Наверное, это событие и повлияло на создание герба Углича. На нем изображен царевич Дмитрий с ножом. В общем, у Углича история его прошлого очень темная. На велосипеде у меня далеко уехать не получилось, только я доехал здесь до мостика, как меня в жесткой форме попросили слезть с велосипеда. Я говорю, да не вопрос, я слезу. Здрасте для начала. Оказывается, тут полностью пешеходная зона, но знаков не видно. Точнее, их нет нигде. Ну, в общем, пешеходная зона, на велосипеде кататься нельзя. Я слез, конечно, ну, какие вопросы. Вот. И теперь иду пешком. Углич. Откуда происходит название? Естественно, по одной из версий, Углич, то есть угол. Да? Почему угол? А потому что город расположен на мысе, где речка, которая называлась Углиц, впадает в Волгу. От этого названия Углиц и пошло. Это как бы как еще угол такой. Вот смотрите, запрещается снимать дроном. Что-то хотелось бы добавить про дроны. Позапрещали все, везде летать на дронах. Бегают охранники, выписываются штрафы. Это тоже как бы глупо. Есть аргументированные запреты, а есть неаргументированные запреты. Естественно, если там летаешь где-то в городе, там еще что-то, то, конечно, лучше этого не делать, чтобы там дрон, не дай бог, не упал на кого-то. Но когда у тебя вокруг природа, и ты хочешь взлететь возле речки или возле леса, и это запрещается. Вот это как бы вопрос. Ну, кого? Мух распугать, там, не знаю, чаек распугать. Это странно. Это странно. Есть как бы момент тут, ну, можно сбить дроном птицу. Ну, как бы с таким же успехом птица может сбить птицу. Понимаете? Ну, как бы птицы же другой не запрещается всем птицам летать. Ну, здесь очень много вопросов. Очень много. Еще есть следующий момент. То есть, если вы нелегально притащили дрон, это один момент. Но сейчас же везде делаются лицензии на дрон, так же, как и управлять автомобилем. Ты получаешь лицензию с номером, со всеми делами на свой дрон. Поэтому, если вдруг что-то случилось с дроном, то потом ты за все это дело отвечаешь. Правильно? Правильно. И уж поверьте мне, вариантов того, что что-то может произойти из-за дрона, в миллион раз меньше, что что-то может случиться, там, если у тебя автомобиль или там еще какой-то вид транспортного средства. И еще такой момент. Человек, купивший дрон, недешевый дрон, который стоит там 60-80 тысяч, 100-120 тысяч, плюс получивший лицензию на полеты, зарегистрировавшийся. Естественно, этот человек, он, ну, как минимум, умеет летать, снимать и так далее. Съемки с дрона для таких мест, вот как Углич, это еще и дополнительная реклама. То есть они должны, наоборот, поощрять профессиональных пилотов дронов. Еще раз, не будем путать, да, есть как бы детское, когда вы там детские игрушки, дроны, и есть дроны профессиональные, на которые получаешь там сертификаты, все вот это вот дела. Тем более это все дело нужно для там работы какой-то, съемок, ну, качественных, профессиональных. Вы поняли, да, о чем я?